В одном из моих любимых фильмов «Список Шиндлера» есть такой эпизод, когда один из надзирателей в концлагере без разбора расстреливает заключенных, и Шиндлер, пытаясь его каким-то образом переубедить, схитрить при этом, сыграть его на чувство величия, произносит фразу, что истинная свобода не в том, чтобы делать то, что можешь, а в том, чтобы не делать то, что можешь. Сила. Это когда имеешь все причины для убийства, но не совершаешь его.